Благотворительная акция «Здравствуй, школа» стартовала сегодня в Алтайском крае. Ее ежегодно проводит региональное отделение Российского детского фонда. Традиционно объявляется сбор канцелярских принадлежностей, одежды и обуви. Вся собранная помощь пойдет детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также тяжелобольным маленьким пациентам больниц. Сотрудники фонда отмечают, помощь дойдет до ребятишек, проживающих в самых отдаленных уголках края. Акция вроде стартовала, а уже есть вот положительный результат, очень хороший. У нас в немецком национальном районе, в село Протасово, многодетная семья, сейчас там 7 школьников, дом и имущество их пострадали от пожара. Нашлись добровольцы, которые сложились, купили канцелярские принадлежности, и в ближайшее время они будут доставлены. Минимальный школьный набор стоит 350 рублей. Пока собрано только 60 наборов. В фонде говорят, это капля в море. Нуждающихся детей в регионе гораздо больше. Оказать посильную помощь можно по адресу город Барнаул, улица Партизанская, 120, а также по реквизитам, которые вы видите у себя на экранах.